Девушка опубликовала в Инстаграм открытое письмо, в котором призвала президента Казахстана обратить внимание на проблему сексуального насилия. В обращении говорится, что госорганы уже давно игнорируют эту проблему, и у нас нет адекватного наказания за сексуальные домогательства. Ранее сообщалось о том, что продюсер Акниет рассказала, что поэт Ауит Мукибек, вопреки ее воле, пытался целоваться с ней в губы и раздеть. Поэт Ауит Мукибек – известный общественный деятель и поэт. В 2015 году он направил на имя Нурсултана Назарбаева поэму «Сен Казакша Селидин», посвященную его выступлению на Генеральной Ассамблее ООН. Является обладателем почетной медали Йорин Йонбеги Ушин.